Всем привет! На связи вновь Денис Терентьев, и вы вновь спросите, почему у меня такое довольное лицо. Я вновь вам отвечу, что вещаю я из культового для себя места в Москве, которое называется Воробьёвы горы. Ребята, кто живет в Москве, москвичи, напишите обязательно, что вы чувствуете, когда приезжаете, приходите на Воробьёвы горы и гуляете здесь. Если же вы ни разу не были в Москве и приедете сюда, одним из первых посещений сделайте себе вот прогулку по этим местам. Это фантастическое место. Оно суперэнергетическое, и они находятся на особой высоте, и здесь открываются прекрасные виды. Это вкратце. Теперь о сути вопроса данного ролика. Про что я вам сегодня хочу рассказать. Когда давно уже я ходил к стоматологу, он мне постоянно, стоматологи, советовали, потому что я ходил в дорогие клиники очень, но и они говорили, что если хотите реже ходить к стоматологу, заметьте, ребята, это не реклама. То есть я просто делюсь, чем я пользуюсь, некоторыми лайфхаками из своей жизни. Вот теми вещами, которыми пользуюсь я сам и которыми я настоятельно рекомендую. То есть как вам, своим друзьям, родственникам и так далее. Так вот, когда я был у стоматолога, они мне все рекомендовали купить ирригатор. А я говорил, что это за хрень такая, ирригатор, объясните мне. И они говорили мне, ну, это такая штука, короче, очень полезная, и оттуда льется водичка вам в рот, и как бы становится из-за этого рту вашему хорошо. И я так на них смотрел и никак не покупал, думал, ну, водичка, зачем мне водичка, у меня как бы зубная щетка есть. Так вот потом, вернее, недавно, примерно полгода назад, я все-таки решил купить, был в одном из магазинов таких, и думаю, а возьму, куплю. Интересно, что штука, не зря же про нее все говорят, возможно. И что вы думаете, мне она очень сильно понравилась. И я понял, в чем ее смысл. То есть, если раньше мне непонятно было, зачем лить в рот водичку, то сейчас я понял. Дело в том, что из ирригатора вода в рот попадает под большим давлением и притом пульсирующим. Все, что сильно касается проблем с полостью рта. Вот ваше состояние прям существенно улучшится. Это касается всем известного списка. И в принципе, эти проблемы с ртом есть у всех. Поэтому эта штука очень классная. И когда вода пульсирует, нужно направлять ее вот в ту область, где происходит граница между зубом и десной. И таким образом вот эта вот пульсирующая струя воды под очень большим давлением, ну там она регулируется, она делает массаж десен, проходит кровоточивость, гингивит, он стабильно улучшает состояние, даже у несыроедов. Потому что причины там, конечно же, в питании, но тем не менее. Состояние очень сильно улучшается, и вы чувствуете совершенно свою ротовую полость по-новому. То есть эта струя воды выбивает, вот, даже она способствует уменьшению зубного налета в начальной стадии. Плюс еще, когда вы почистили свою ротовую полость зубной щеткой и легли спать, после этого, если вы пройдетесь по ней ирригатором, и если вы не сыроед, и едите особенно обычную пищу или что-то вареное, вы увидите, что у вас еще там полкилограмма колбасы выйдет, и всякое такое в раковине увидите, что у вас там на самом деле было еще между зубами. Ну, у сыроедов это практически не выражено, потому что вот эти частички, они прекрасно убираются жесткие зубной щеткой. А если вот эта вот вареная пища, которая забивает эти межзубные промежутки, и до туда не добирается зубная щетка, оно прекрасно их вымывает, и реально очень много-много всего оттуда выходит. Я крайне доволен этим приобретением. Если вы спрашиваете меня, какой именно моделью я пользуюсь, это Waterpik, по-моему, 100 модель. Она стоит примерно 6-7 тысяч. То есть это фирма-изобретатель самой этой технологии ирригирования ротовой полости. Поэтому я купил ее, посмотрел отзывы и нисколько не жалею. То есть очень качественная фирма, что я сомневался брать более дешевые модели. Так вот, если вы также пользуетесь ирригатором, напишите свои впечатления в комментариях ниже. И я думаю, что вы также будете советовать всем остальным пользоваться этой вещью. Если это видео было вам полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и ждите новых интересных видео. Счастливо, пока!